Иван Павлов, Пингвинс Балтавта. Иван, ну, играли сегодня с Юпитером, вернулись в Суперлигу после годичной паузы командной, ты лично после полугодовой. Ну, поделись впечатлениями от Суперлиги, от результата. Ну, спасибо за игру команде Юпитер. В принципе, играли, наверное, мы не самым оптимальным составом. Надеемся, наберем еще. Очень приятно вернуться в Суперлигу. И будем надеяться, что дальше результаты будут намного лучше. Ну, какие у вашей команды задачи на этот сезон? Ну, как минимум закрепиться, по максимуму брать очки в каждом матче, бороться. В своей команде хочу сказать большое спасибо всем, кто приехал. Сегодня, в принципе, по настрою и по игре, по содержанию. Надо есть чем добавлять, поэтому в любом случае хорошо, есть над чем работать. Иван Марковец, Юпитер. Вань, поздравляю с возобновлением нового сезона Суперлиги, поздравляю с победой. Ну, расскажи, как настраивались на темную лошадку Суперлиги, поделись впечатлениями от матча. Спасибо за поздравления. Настраивались, как обычно, по-боевому, нужно было забирать 3 очка. Ребятам огромное спасибо, выполнили, в принципе, установку, было пару моментов привозов. Вот, в принципе, все абсолютно спокойно, достаточно. Эмоции хорошие, положительные. Будем биться, как обычно, за самые высокие места. Ну, расскажи, как тебе удалось сохранить Пашу Карпенко? Слышал, что на его Спортэго серьезно претендовал. У меня, на самом деле, много ребят хотели забрать, скажу честно. Со мной связывались люди, вот. Но Паша, наверное, это вопрос к Паше больше. Паша сделал выбор в пользу нашей команды, за что ему огромное спасибо. Ну, у тебя, Паша, сегодня была перестройка, в этом году состав уже сыгран, наигран. Планируете улучшить свое место по сравнению с прошлым сезоном, итоговым? Конечно, планируем. Было 4-е, к сожалению, очень обидно, не хватило, нам по дополнительным показателям проиграли. Вот. Хочется всегда быть в тройке, конечно, хотелось бы очень-очень хорошей команды видел, все смотрел, и Доста, и Фортуна, в принципе, наблюдал за ними. Очень сильный и сильнейший, наверное, за последние все года, наверное, состав Суперлиги предвещает нам, наверное, очень интересный чемпионат. Спасибо.